в гости к своему другу на дракона. Открывай. Блин, ну кто там ломится, блин? Придется пойти открыть. Кто там? Максим. Открой дверь. Ну, открываю. Все, открыл, заходи. Сейчас я на дверку закрыть. Ну, чтобы никакие бандиты не собрались. Что ты там делаешь на втором этаже? Зачем ты мою кружку разбил? Да ничего страшного. Я смотрю на фильм ужасов. Ну, сейчас до конца посмотрю, а вы пока посиди, хорошо? Ну ладно, я тебе здесь подожду. Он будет недолго идти. Потом я приду, я посплю. Так, все, смотрю дальше. Какой интересный фильм. Блин, ну скоро он там. Да, до конца фильма осталось на 5 минут. Смотрю. Блин, сигнал пропал. Ладно, ну пойду посплю. Ну всё, ну пойду посплю. Таким, Максим, ну сигнал, ну прервался. Ладно. Я буду сплю. Ну мне что делать? Ладно, посижу. Тем временем мой сон. Фух, где я? Какой-то лес. Там уже конец, уже его. Нет! Что монет из фильма, который я смотрел. Убежишь. Ха-ха-ха-ха. Моя рука. Ну что случилось, дракон? Мне точно страшный сон, как будто меня убили. Вот насмотрел на своих фильмах ужасов. Ну да. Ну вот такое вот видео получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Супер Дракон. Всем пока.